Вы смотрите отзыв об отеле «Ривьера». Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Lara2010, который был в нем в 2012 году. Ола. Привет всем путешественникам. Вот мы и вернулись из Португалии. Если перефразировать португальскую пословицу «Acabou o Heva, Fica o Seiva». Заканчивается то, что имеешь, остается то, что умеешь, то можно сказать и так, путешествие заканчивается, но с тобой остаются впечатления, эмоции, настроения, мгновения, ощущения. В Португалии мне понравилась маленькая, но на берегу сочной лазури бескрайнего океана, с длиннющими потрясающими песчаными пляжами в Каркавелуша, с палящим солнцем, которое разбавлено прохладным, предательским ветерком, не замечаешь, как сгораешь на солнце моментально, с холодной водой в океане и неистребимым желанием все равно в нем искупаться. Вода не обжигает холодом, как многие пишут. Окунуться можно, даже приятно после палящего солнца, погода стояла плюс 30 градусов плюс 32 градусов. Португальцы показались нам не очень высокими людьми, очень говорливыми. Самое смешное, что когда португалец понимает, что ты не знаешь португальского, а он английского, свою тираду на португальском он старается проговорить несколько раз в надежде, а вдруг ты с пятого раза поймешь. Это как наши соотечественники, когда хотят, чтобы их русский язык поняли иностранцы, начинают говорить громче. В туристических местах все практически знают английский, в Лиссабоне, в Сентрё, в Кашкайше и прочее, а также на транспорте в крупных ресторанах, музеях. А вот чуть в сторону от такого типа мест уезжаешь и все, слушаешь по пяти раз португальскую здравницу. В экскурсионных местах некоторые португальцы начинали нам говорить выученные русские фразы. «Привет, как дела?» В ресторане официант, когда принес шампур с мясом, сказал «корова», а в ЖД-кассе кассир повторил за нами, когда мы обсуждали между собой поездку. Туда-обратно, причем тебя эти фразы вводят в ступор. Так как португальцы все согласные и гласные буквы, как русские, произносят твердо, поэтому по-русски говорят без акцента, и ты в первый момент думаешь, а вдруг он знает язык. А нет, только в основном, несколько фраз. Но в любом случае, соотечественников в Португалии все больше и больше. Португальцы по типажу похожи на испанцев, но все-таки различия есть. Лица у мужчин более мужественные, но есть и тонкие черты лица. Женщины, практически все с орлиными носами, очень красивые португальские детки, но очень капризные, может быть у них, как у японцев, детям разрешают делать все, что заблагорассудится до 5 лет. Португальцы – чрезвычайно гостеприимная нация. Живут португальцы обычно в небольшом двухэтажном доме, купленном в рассрочку. Конечно, это не деревенский дом, скорее вилла, как правило, с прекрасным садом. Тут есть и телефон, и все удобства, причем как на первом этаже, так и на втором. Португальцы-мужчины занимаются в основном семейным бизнесом, куда посторонних не пускают. Женщины ведут домашнее хозяйство или работают в ресторанном семейном бизнесе. Очень примечательно можно увидеть мать и детей, они похожи, работающих в одном заведении. Во дворе у португальцев подчас живут кролики. В супермаркете мы встречали целые отделы, торгующие едой и аксессуарами для кроликов, и даже сено для кроликов продают. Погода в Португалии похожа на погоду на Канарах, только океан чуть холоднее. Мы в самолете познакомились с одним дядькой, он родом из Белоруссии, живет в Португалии 14 лет. Имеет свой бизнес, рассказывал, что в прошлом году в феврале на Ривьере было плюс 35 градусов, хотя ночью бывали и заморозки. Вот тебе и погодка, теперь я понимаю, почему португальцы с европейскими чертами лица, загорелые, как чернокожие, мы со своим вшивым загаром выглядели на пляже, как молочные поросята. Рассказывал этот переселенец очень много интересного, что португальцы с линцой, что любят иметь свой ресторанный бизнес. И это чувствуется по качеству, размеру и разнообразию блюд, что бизнес, в основном был не семейный, что детям в школе внушают учителя, что Португалия на карте во главе всей Европы, патриотизм типа, что португальцы приверженцы всего национального, и продуктов в том числе, никогда не пойдут за иностранными продуктами в магазин, а их практически нет. Если есть выбор между местными продуктами и иностранными, что гордятся своими традициями, виноделием, нашему собеседнику португальцы отказываются отвечать на вопрос, как определить качество вина, хоть он и прожил в Португалии 14 лет. Аргументируя это тем, что он же не родился в Португалии и ему этого не понять никогда, просто сказали, выбирай вино крепостью не меньше 12 градусов. Не ошибешься, историей, первооткрывателями, морской кухней и прочее. В семье двое и больше детей, это наблюдение, может быть, я ошибаюсь. Вино и правда в Португалии очень вкусное, особенно мне понравилось красное сухое, крепостью 13,5 градусов и еще вишневый ликер. Мода Португалии. Португальцы одеваются своеобразно. Женщины носят джинсы и вязаные кофты. При этом в магазинах женская одежда очень цветастая и олиповатая. Мы не поняли, для кого эту одежду они продают. Мужчины на работу надевают парадный костюм, у нас в отеле проходила какая-то конференция, так вот они даже на завтрак ходили в костюмах. Еда. В еде португальцы предпочитают свежеприготовленные блюда.
мясо всех сортов и видов, рис, особенно нам понравился рис с томатами, фаршированную, жареную, запеченную, гриль рыбу, но очень вкусно готовят, морепродукты, обычный рацион. На столе у португальцев всегда много овощей. Они любят по утрам перед работой зайти в кафе и выпить пару чашек кофе. Варят замечательный кофе и съесть национальные круглые пирожные из слоеного теста. Некоторые кафе открыты с 600 утра. Из зелени не найдете здесь петрушки, зеленого лука, вместо них португальцы едят шпинат. Причем добавляют его в супы в огромных количествах. Цены. Как сказала моя дочь, хочу такой супермаркет иметь около своего дома, половина дыни минус 0,4 евро центов, килограмм мяса говядины минус 2,5 евро, йогурт 0,36 евро центов. В кафе, два больших куска чизкейка и два чайника чая 6,5 евро, примерно 260 рублей я в Москве за такие деньги только кусок торта и чашку чая куплю. Салат с креветками 6 евро, салат с куриной грудкой 6 евро, порции, как у нас, 4 порции в Москве в кафе и ресторанах подают, противень с огромным куском рыбы и 0,5 килограмма. И 0,5 килограмма запеченной картошки, 12 евро. Причем мы спросили, когда заказывали, порция большая или маленькая, нам сказали маленькая, на фото видна эта маленькая порция, причем уже изрядно пощипанная, мы голодные были, в ресторанах всегда говорят, что порция маленькая, а на деле оказывается совсем иначе. Не знаю, интересно ли кому-то наше путешествие по дням, думаю, нет. Напишу свои наблюдения, но в хронологическом порядке. Аэропорт в Лиссабоне, современный, быстро прошли все контроли и получили багаж. На паспортном контроле дядька в кабинке долго произносил наши имена, причем я в первый раз услышала, что без акцента, очень удивилась, поулыбался, спросил, куда едем, пожелал приятного отдыха, до отеля доехали минут за 15. Отель «Ривьера 4», Каркавелуш. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.